Итак, начнем. Вот заходим в наш костюмерный комплекс. Здесь у нас две двери, мужское и женское отделение. Ну, первым делом надо включить свет в коридоре. Вот. Это основная раздевалка для звезд, для артистов. Здесь у нас есть выключатель, в котором включаем свет и освещаем себя. Открываем второе отделение. Включаем свет. У нас здесь маленькая кухня с умывальником, с горячей холодной водой. Здесь будет стиральная машина, но пока ее нет. У нас в костюмерном комплексе два кондиционера работают. Вот, пожалуйста. Зимой теплый воздух будет, а летом холодный. Также здесь находится вторая раздевалка. Вот, пожалуйста, смотрим, чтобы актеры не толпились. И вот большое зеркало с освещением. Здесь полочки для обуви, для всяких сумочек, шляп и так далее. Сюда мы еще поставим микроволновку, чтобы работники костюмерного цеха могли разогревать себе пищу. Идем во второе отделение. Открываем. Включаем свет. Вот оно у нас, такое освещение. Тут все так же. Полки для обуви. Вот сейчас думаем здесь либо гладильную доску вот такую поставим, как трансформер, чтобы открывалось, закрывалось. Хотя рассчитывали, что вот здесь будем гладильную доску или парогенератор ставить. Здесь у нас второй кондиционер. Оба кондиционера работают независимо друг от друга. Вот. Здесь у нас диванчик, он уже готов, его надо подогнать. И скоро мы перегоним наш автобус в мебельный цех. Здесь как удобно сделано. Вот, например, сидят костюмеры, могут заряжать телефоны, планшеты, компьютеры подключили. Вот здесь то же самое. Если столик мешает, его можно убрать. Вот так вот. Таким образом убирается столик. Когда надо, его просто открываем и все. Ну, собственно, все. Вот такой у нас костюмерный комплекс. Все условия и комфорт созданы для наших кинематографистов. Так что, дорогие друзья, милости просим в Калининградскую область снимать свои шедевры. А мы чем можем, поможем и будем полезны в этом деле.